Произвольная программа хозяйки чемпионата французской фигуристки Иреты Силите. 17-летняя француженка, надежда французского женского одиночного катания. Лучший результат в сезоне 92-75. Нужно для того, чтобы выйти в лидеры, этот результат превзойти. Прекрасный каскад, сложный каскад, двойной аксель, тройной и двойной тулупы. Устояла все-таки она после не самого лучшего выхода из тройного лутца. Ну что ж, удачное выступление француженки.